активный досуг и общение. В Самаре этой зимой будут работать более 120 бесплатных катков. Ледовые площадки примут любителей активного отдыха на площади Славы, площади Куйбышева, на набережной, в парках, на территориях образовательных учреждений и во дворах, информирует телеграм-канал городской администрации «Вести с Дворянской». Работа по заливке катков и подготовке оборудования идет в ежедневном режиме и при благоприятных погодных условиях завершится к Новому году. За состоянием и качеством ледового покрытия следят организации, на территории которой располагаются катки. Телеграм-канал администрации промышленного района приглашает принять участие в онлайн-опросе по теме «Новогодние украшения общественных пространств». На портале госуслуги «Решаем вместе» можно ответить на вопрос, как вы относитесь к новогодним украшениям общественных пространств. Анкетирование анонимное. Голосование продлится до 31 декабря. В Ленинском районе появилось новое городское творческое пространство – музей-галерея «Заварка» в доме Маштакова, одном из главных символов деревянного зодчества города. Музей-галерея делится на две части. На первом этаже расположилась уютная традиционная чайная с выставочными элементами, а второй этаж занимает выставочно-экспозиционное пространство с конференц-залом, где завариваются разные идеи. В музее сохранили атмосферу купеческого дома, большинство деревянных балок и перекрытий, дореволюционные лестницы и дранка, обои и кусочки штукатурки, паркет и чердачная зона. Большую часть дома отреставрировали и сохранили в первоначальном виде. Время работы музея с 12:00 до 20:00, сообщает телеграм-канал администрации Ленинского района.